Мало дорог, много направлений. Равнинная часть Алтая – это безбрежные степи, солончаки, поля, которые по своей площади сравнятся с некоторыми европейскими странами. И словно в пустыне здесь приходится ехать от родника до родника по несколько часов. За плечами у географов Ирины Архиповой и Валентина Смирнова тысячи километров экспедиционных выездов. В конце прошлого года краевое отделение Русского географического общества на средства президентского гранта приступило к описи родников региона. До сих пор учетом источников пресной воды в регионе почти не занимались. В официальном реестре водных объектов края их всего 2. Так что это первое подобное исследование в регионе и, кстати, одно из первых в России. Нашли? Нашли. Видишь, здесь что его, похоже, что все-таки с ним работает. Теперь нужно уточнить координаты, описать состояние родника, взять пробы воды и провести экспресс-анализ на состав. Все это в итоге отразят на интерактивной карте. Многие источники приходится искать с помощью местных жителей, как, например, родник Александровский у села Покровка. Нам рассказывают, когда-то источник снабжал чистой водой бригады механизаторов, работавших в полях. Исчезли колхозы, начал зарастать родник. Колхоз был бы, если вот как раньше, что это, работали все время же вот этот. Он бы держали бы все равно его, потому что вода, это как, в поле работать без воды, это же... А тут что, ну вот рядом поля, вот они все были здесь, заехали, набрали еще. Его, говорят специалисты, еще можно оживить, почистить русло, установить новую опалубку. Но чем дальше в степь, тем все печальнее. Село Нечунаево на краю выжженной степи. Нина Романенко рассказывает, когда-то здесь был пруд, питаемый сразу несколькими родниками. В начале 2000-х, к сожалению, обанкротился. И заботиться о плотине пруда стало некому. И хотя продолжали бить прекрасные родники, но весной однажды плотину прорвало. Дно заилилось, заросло, а тяжелая техника так перекопала окрестности, что родники исчезли. Пытаемся откопать. Иногда помогает и такое простое действие. Земля на глубине влажная. Быть может, пробьется сам. Отсюда и на десятки квадратных километров вокруг природных источников воды нет. А иссушенные посевы вокруг словно взывают о помощи. Нынешним летом нехватка источников воды ощущается особенно остро. Мы не знаем, что дальше будет происходить с климатом Земли. Сегодня не хватает воды растениям. Завтра может не хватить людям. Между тем, вода буквально под нашими ногами. Ее лишь надо найти. А вот это не совсем родник. Это скважина, пробитая много лет назад жителями степного поселка. Самого поселка давно нет, а вода льется, влияя на пейзаж, на окружающую природу. И люди уже считают его настоящим. А отдельные энтузиасты очень хотят его благоустроить и сохранить. Тут полупустынная такая равнинная местность, степь, да, где ничего интересного нет. Нет, не поверите, очень много интересного здесь у нас чего есть. И вот хочу с этого родника сейчас начать и всем доказать в районе и в крае о том, что он у нас хороший. Просто я хочу облагородить, чтобы люди действительно приезжали сюда и с гордостью, наша деревня с гордостью говорила, а у нас действительно единственный в районе есть такой родник. И как нежданный подарок после десятков неухоженных и заброшенных родник под названием «Семейный». Редкий случай, его не просто посещают, берут воду, но и регулярно о нем заботятся, чистят русло, к примеру. И как это часто бывает, местный учитель, искренне любящий родную историю и природу. У нас давно уже запланирована операция школьная, которая так и называется «Операция родник». Каждую весну и осень мы с детьми наводим порядок здесь. Убираем траву, выкашиваем ее серпом по периметру, потому что если триммером в воду падает трава, и потом тяжело убирать. Одно из самых удивительных открытий экспедиции, что из десятков родников нет даже 2 похожих друг на друга. Мы в Курьинском районе, где равнины сменяют предгорья. Родник без имени. Нашли его случайно, расспросив местных. Видно, что когда-то им тоже занимались. Укрепили стены, расчистили периметр. Но почему сейчас вокруг трава по пояс? И что за пузырьки поднимаются со дна? Слушай, тоже какой-то тяжеловатый такой привкус. Экспресс-анализ не показал ничего подозрительного, но более полные данные исследователи получат уже в лабораторных условиях. Там проверят образцы воды всех изученных родников. Географы говорят, к осени результаты экспедиции будут уже более полно представлены. Появятся точные данные о количестве источников, качестве воды. Также будут сделаны выводы о ее пользе. Ученые говорят, знания о пресной воде, как о стратегическом ресурсе, становятся сегодня все более важными. Илья Кочетков, «День с толком».